Готували вбивство Зеленського, Буданова та Малюка. СБУ затримала двох полковників управління Держохорони, і зробити це вони мали за допомогою інших завербованих військових, які наближені до охорони президента. Планувалося, що вони візьмуть його у заручники, а потім і взагалі вб'ють. Це вже не перший і, мабуть, не останній замах на наше військово-політичне керівництво. Але чи розумієте ви, чому саме зараз? Це навмисно під інаугурацію Путіна? Ну і декілька слів про агентів ФСБ в УДО. Ну, інфільтрація російських і старих совєтських КГБшників в структури нашої силової структури, вона відбувалася в течение останніх більше, ніж 30 років незалежного государства Україна. Тобто, по большому счету, никто ж не бросил эту тему. КГБшники – это такая практически неубиваемая структура. Лет 100 она уже руководит процессами на советском, на просторах Советского Союза и постсоветских государств, так это точно. Потому ничего необычного, так сказать, нет в том, что эти российские агенты, они либо присутствуют в наших силовых структурах, либо пытаются управлять некоторыми процессами. Здесь вопрос в работе, в качественной работе контрразведки Службы безопасности Украины. Она за последние, кстати, вот полтора года себя очень хорошо показала, и увидели мы работу в том числе и эту по противодействию уже такому масштабной операции. Действительно, скорее всего, это было связано с подготовкой такого рода операции, было связано с инаугурацией, может быть, со скрепными датами для россиян. В последнее время было несколько заявлений от российских правоохранителей о том, что предъявляют какие-то претензии уголовного, вернее, судебные претензии есть некоторые к нашим руководителям, причем там широкие, к широкому спектру руководителей. То есть это все такое давление, по крайней мере, на наше военно-политическое руководство, как минимум, но, естественно, непосредственное участие уже офицеров УДО в планировании, может быть, в управлении этими процессами, говорит о том, что по-серьезному россияне взялись за эту тему. Действительно, готовились, скорее всего, именно вот к этим датам. Контрразведка, еще раз повторюсь, очень хорошо отработала, молодцы. Якщо говорити знову ж таки про ліквідацію, вони планували ліквідувати нашого президента, але от ми, на відміну від них, ліквідовуємо саме окупантів і воєнних злочинців. Говорять, що ліквідовано було під час масованого удару атакам по Криму підполковника. Аналітики «Інформнапалм» говорять, що 30.04.24 року було знищено підполковника зенітного ракетного полка ППО Північного флоту. Цей полк є операторами С-400, у який тоді добряче і прилетіло. Ось це вагома втрата для окупантів. И сам руководящий состав, потому что подготовить хорошего специалиста на систему противовоздушной обороны, тем более управлять комплексами, одновременно и прикрывающими военные объекты, это довольно-таки долгое время надо для этого. Потому подполковника как минимум больше 10 лет этому учился. Уничтожение, естественно, его создает определенную брешь в системе управления россиянами. Плюс то, что было уничтожен и зенитно-ракетный комплекс, пусковые установки и радиолокаторы. Это тоже такая большая потеря для россиян. И для нас это очень важно. Именно такими способами начинать завоевание превосходства в воздухе и подготавливать определенные мероприятия для уничтожения военных объектов в Крыму. Практически в любой точке Крыма мы сейчас можем достать любой российский военный объект. Мешает этому пока система противовоздушной обороны. Вот такие подполковники, потому они попадают под удар там, где мы можем их достать. До речі, про атаки по тимчасово окупованому півострову говорили деякі аналітики, що чому саме ми і обираємо системи ППО, тому що, мабуть, готується щось масштабне. Чи дійсно, от як кажуть пропагандисти, там на ось ці також їхні скрепні дати – буде масована атака по Криму і, можливо, навіть по Керченському мосту? Ну, однозначно, уничтожение российских противовоздушных систем, то есть систем противовоздушной обороны, зенитно-ракетных комплексов,
это подготовка к выполнению боевых задач в определенное окно возможностей. Дело в том, что уничтожение комплекса, после этого надо наносить удары, пока россияне не развернули следующий комплекс. Их надо, его, конечно, надо перебросить, развернуть, потому вот есть это окно. Несколько дней, недель, может быть, все будет зависеть от того, как быстро россияне будут выполнять эту задачу. У нас есть это время, и уничтожение ПВО – это как раз вот подготовка. Подготовка либо к удару по военным объектам, включая Керченский мост, либо это этапы завоевания превосходства в воздухе при заходе авиации, то есть, допустим, тех же F-16. То есть варианта два – либо удар, либо заход самолетов. Именно так и выполняют подготовку. Причем спецслужбы ведут разведку до разведку, корректировку, дальше подтверждение, выполняется работа либо авиацией нашей, либо ракетчиками по этим объектам. Удары по Керченскому мосту однозначно будут, то есть это одна из первоочередных задач для наших дальних средств поражения. Вопрос времени, он, скорее всего, связан с готовностью россиян. То есть, естественно, сегодня они ждали удара, а когда противник ждет, лучше тогда этого не делать. Потому удар будет нанесен тогда, когда россияне этого будут ждать наименее всего. Тогда КПД удара будет максимальным. The Independent пише, що Росія більше не використовує Кримський міст для забезпечення військ в Україні. Кажуть, що Москва перейшла на використання сухопутних маршрутів на підконтрольному її сході та півдні України для забезпечення своїх ліній фронту. Ну і, зокрема, вони ще й додають, що начебто тепер Керченський міст там не особливо воєнна ціль. Ну, однозначно, росіяни пытаются перебросить большую часть сил средств по сухопутному коридору. Это, во-первых, с точки зрения логистики удобнее. Это не надо на Тамань тянуть через Керченский мост, через Крым завозить, допустим, на Херсонское, Запорожское направление. Намного им проще это сделать, допустим, с Донецка. Дело в том, что автомобильные через четырехполосная система коммуникации отстроена россиянами от Донецка до Ялты, можно сказать. То есть они как раз для этого ее и создавали. Плюс сейчас они тянут железную дорогу. Им осталось буквально 1,5-2 недели для ее запуска с Ростова до Мелитополя. Ну а дальше, естественно, на Джанкой и в Крым. То есть эти два механизма они запускают. Работает автомобильный механизм, железнодорожный запускается. Но это не значит, что не нужно уничтожать Керченский мост. Дело в том, что через Керченский мост идет как минимум 30% поставок военной амуниции. Через автомобильный мост, через железнодорожный. Просто что сцепки не такие тяжелые. То есть не идут, допустим, составы там по 60 вагонов по 3000 тонн, понимая, что мост уже поврежден. Они тягают там по несколько вагонов, 3, 5, 7, 10. В зависимости от тяжести тех грузов, которые перевозят. Через автомобильный мост идет поставка боеприпасов и через паромную переправу параллельно этому мосту. Потому уничтожение и Керченского, и автомобильного железнодорожного моста, и паромной переправы – это одна из первоочередных задач наших дальних средств поражения. Как только будет готовность с большой вероятностью уничтожения, однозначно будет выполнена эта задача. Тут Кадиров збирається у цьому місяці взяти Одесу і Харків і каже, що треба змусити цього Зеленського підписати всі папери, от які папери, невідомо, але чи є у вас розуміння, як Кадиров планує реалізувати свої плани? Діло в тому, що росіянам дуже важливо аннексия тех территорий, которые они захватили. На данный момент захваченные территории Украины международным сообществом воспринимаются как территория Украины, захваченная российскими оккупантами. А для того, чтобы они были аннексированы, это мы должны подтвердить передачу этих территорий, выведя их из нашей Конституции. А вот об этих документах мечтает Кадыров, Путин и делают все возможное и невозможное для того, чтобы наше военно-политическое руководство подписало те документы, которые, в принципе, были озвучены и переданы россиянам в 22-м году, 27 марта в Стамбуле. Там не хватает просто подписи президента, так как комиссия, вернее, та делегация в составе Умерова, Резникова, Парахами, Подоляка
Они участвовали в этом процессе, они прекрасно это знают. Четыре джигита, которые практически сдали Крым и Донбасс россиянам на определенное время. Там должна быть подпись еще верховного главнокомандующего. Так вот, именно об этой подписи Кадырова говорит и заставить Зеленского выполнить это действие. Тогда после этого можно уже начинать процесс аннексии, юридически, по крайней мере. Потому, а дальше включаются некоторые пугалки. То есть пугалки захвата Одессы, захвата Харькова, ну и так далее, и тому подобное. То есть это давление, психологическое давление в основном на украинское общество. Пытается Кадыров участвовать, в том числе участвовать в этом общем давлении российского руководства. Але з його боку це якось виглядає зовсім безглуздо. Щодо його, зокрема, бійців, кадирівців, вони взагалі десь участь беруть? Зараз уже так. Да. В своє время вони були відведені після дуже великих потерь. Їх відвели в тил для виконання бойових задач. Вони все-таки Росгвардія. Тобто, по большому счету, це поліція. МВД, как угодно это можно называть, Росгвардия, то есть это полицейские, жандармские функции они выполняли определенное время. Сейчас из-за недостатка у россиян количества, необходимого количества личного состава, они тоже введены в боевые действия и участвуют на линии боевого соприкосновения. Щодо Одеси, останніми днями війська РФ посилили атаки на це місто і б'ють, зокрема, балістикою. Яка першочергова мета таких дій? Створити такі умови, щоб там неможливо було жити? Это давление, это террористическое давление геноцидного уровня на Одессу и на Харьков. То есть они выбрали с точки зрения объема проживающего там населения, объема возможного нанесения ущерба максимального. Это вот Харьков из-за того, что он рядом с границей России, Одесса из-за того, что по ней удобно бить со стороны Крыма. Почему, кстати, Крым нужно освобождать первым? Для того, чтобы обезопасить наш юг страны, Херсон, Николаев, ту же Одессу от ударов из Крыма. Практически все ракеты, которые идут по Одессе, они это же крымская, старт с Крымского полуострова. Это, и вот как обезопасить Одессу ну, максимально? Это освободить Крым, и тогда Одесса вздохнет спокойно. С Харьковом сложнее. Для того, чтобы обезопасить Харьков, надо как минимум километров на 70 до Белгорода отодвинуть границу, то есть линию боевого соприкосновения. Тогда можно будет разворачивать серьезные комплексы над Харьковом, прикрывать уровня Патриота. И это давление вот как раз в общей парадигме задач россиян. То есть они давят через одесситов, через харьковчан, давят на украинское военно-политическое руководство для того, чтобы Зеленский подписал сдачу Украины. Ну, то есть те бумажки, о которых говорит Кадыров. Это все общая задача военно-политического руководства России. ФАП 1500 ним знищили цілу вулицю у Куп'янському районі, повідомляють у Харківській ОВА. І на що взагалі спроможна ця зброя? Ми пам'ятаємо ФАП 500, а це 1500 вони, мабуть, вперше використали саме на село Харківщини. Ну, полуторки вони використовують давно. Це ж стандартна авіабомба. Тобто це свободно падаюча авіабомба. Осколочная. Есть АФАП, осколочно-фугасная, фугасная авиабомба, которая может быть использована и в том числе в режиме управляемого планирования. То есть вот они по полуторке сейчас, полуторатонные авиабомбы, они уже выполнили с обвесами, то есть так называемые корректируемые авиабомбы. И это нет, это не первый удар. Но это первый такой попадание именно по улице, то есть попадание по и с видением результатов. То есть мы сразу увидели, как полуторная авиабомба, которая заходит на мирное население, наносит какой ущерб. Ну, это примерно как три ФАБа, то есть полуторка — это 0,05 авиабомбы только в одну точку. Хотя с точки зрения поражения, допустим, три КАБа или ФАБа 500-е, они нанесли бы большее поражение.
перетворює квартали на руїни. Кажуть, що Росія працює над новою зброєю для прориву під назвою «Дракон». Пише про це Вельт і говорить, що ця зброя є прототипом вогнеметної системи ТОС-3. Кожна пускова установка може запускати ракети з термобаричними боєголовками. Один його залп може перетворити кілька міських кварталів на руїни. І навіть бункери не зможуть стояти проти такої атаки, пише видання. Чи дійсно росіяни розробляють щось подібне? Ну і взагалі ось цей дракон, чи може він бути надто небезпечним для наших військ? Ну, дело в том, что любая термобарана опасна. Любой термобарический боеприпас, он наносит серьезный ущерб и строениям, и личному составу. Вопрос дальности его работы. Буратино – это ТОС-1, Солнцепёк – ТОС-2, вот они сейчас, Дракон – ТОС-3. Это с малой дальностью всё-таки боеприпасы. Потому они хорошо уничтожаются, как только попадают в поле зрения наших дронов, нашей артиллерии. Дальности маленькие, ну 4-6 километров. Это рабочие дальности наших FPV-дронов, а тем более артиллерии. Потому все эти ТОСы, какие бы они ни были, такого уровня, по крайней мере, с большим калибром, они не могут подойти к тем частям, к нашим, которые прикрываются артиллерией. Дальность артиллерии от 15 до 25 километров. С такой дальностью термобарические такого уровня системы не работают. Буратино в свое время, ТОС-1, еще использовался в Афганистане в этой войне. В основном для того, чтобы на малых дальностях выкуривать противоборствующую сторону, там было много разных участков. И та же самая картина с ТОС-2, то есть они попытались из нее сделать более-менее такой серьезный аппарат, но не получилось. Почему? Потому что им практически негде им работать. Они не успевают подойти к пусковой дистанции, их уже уничтожают. То же самое будет и с драконом. Но пафоса, конечно, много, это же Россия. Пане Романе, ми з вами проговорили, що окупанти тероризують Харків для того, аби там схилити Україну, підписати капітуляцію, умовно. Але чому вони тоді зараз передислоковують деякі частини до Курської та Білгородської областей? Можливо, вони готують якусь обмежену операцію на цьому напрямку? Ну, перше, это для того, чтобы прикрыть направление в сторону Москвы, оно у них открыто полностью. Проверил в прошлом году. Вагнер прошел практически до Москвы с Ростова, а с Брянска, с Белгорода там же поближе. Потому, во-первых, пытаются перекрыть это направление, раз. Во-вторых, пытаются связать наши войска на этом направлении, связать боями. То есть бои однозначно будут на линии границы. Это три области российские, это Брянская, это Курская и Белгородская. То есть вдоль этих границ с россиянами однозначно будут завязаны боевые действия, но они не будут масштабными. Так как планировать какие-то наступательные широкомасштабные действия, им надо около полумиллиона россиян. Это практически вся российская армия на нашей территории, которая находится. Их взять на данный момент негде. Но для того, чтобы связать наши части на этом направлении с нашей стороны, со стороны Черниговской, Сумской и Харьковской областей, они разворачивают вот дополнительные части, не более того. То есть масштабных наступательных действий россияне там провести просто не смогут, а то количество сил, средств, которые у них есть, достаточно для выполнения локальных операций в течение нескольких месяцев в районе Часовьяра, в районе того же Очеретина, то есть с общим направлением Донецк-Покровск. На это возможно, но опять же, к масштабным операциям даже по Восточному фронту они будут готовы не раньше августа-сентября. То есть россияне сейчас переходят в режим накопления, готовятся дополнительные части под осенне-зимнюю кампанию российскую этого года. То есть, ну, она начнется не раньше августа-сентября, скорее всего, либо во время, либо сразу после проведенной во Франции Олимпиады. Але ж до цього часу, по суті, і ми вже будемо готовими. Має ж надійти американська зброя? Ну, все буде залежати від того, яке кількість, раз, яка номенклатура, два. Тому що поки ми слышим тільки об одному мільярді, виділено нам. Угу. Так мільярд нам нужен в один в неділю.
Вот если бы хотя бы половина этой суммы, там больше 60 миллиардов, хотя бы половину суммы выделить чисто на железо, то мы могли по миллиарду в неделю, это примерно сколько тут осталось, примерно чуть больше 30 недель до конца года. То есть мы могли бы вот эти 30 миллиардов каждую неделю получать в дополнительные боеприпасы и технику. Вот если бы это так было, но это ленд-лиз. Это вот то, что надо сейчас пробивать. Наша диаспора, украинская диаспора в Америке в эти выходные проводила мероприятие по поддержке законопроекта. Республиканец, один из ведущих республиканцев, подает законопроект о ленд-лизе повторно с 2022 года. Вот если бы это был ленд-лиз и по миллиарду в неделю, вот тогда можно было говорить о том, что мы готовы не только встретить наступление россиян, еще и сами организовать контрнаступление. Пока непонятна динамика тех процессов, которые будут управлять выделением нам помощи. То есть вот та помощь, которая сейчас идет, она в основном стабилизационная для того, чтобы попытаться вот остатки российского наступательного потенциала зимнего остановить на Восточном фронте. А вот остальное движение пока не ясно. А информация, которая есть в общем доступе, ну, слишком противоречива. И к концу года, и на следующий год, то есть вызывает, мягко скажем так, вопросы по этой позиции. И вторая задача – это личный состав. Мобилизационный закон, который Рада приняла, он на мобилизацию в чистом виде не повлияет. Вернее, не так. На наполнение профессионалами вооруженных сил Украины он точно не повлияет, наоборот, еще оттолкнет профессионалов, так как никто не будет служить из-под палки. То есть он работает в обратную сторону. А для того, чтобы пополнить, вернее, для того, чтобы выполнить боевые задачи, нам нужна профессиональная армия. На данный момент единственная возможность поставить в строй профессионалов, правоохранителей, то есть тех мотивированных профи, которые несколько лет обращаются с оружием, ну, то есть знают, как с ним обращаться, знают, что такое служба. Механизма у нас другого нет. Потому несколько, ну хотя бы с десяток бригад, около 50 тысяч правоохранителей можно поставить в строй и спасти ситуацию на Восточном фронте на данный момент. Пока этого не будет сделано, ну, у нас могут быть проблемы по Востоку. Головнокомандувач ЗСУ Сирський, він побував на фронті і от говорить, що Покровський та Курахівський напрямки, вони є головними ударами противника. А чи можете ви описати те, що можна повідомляти в ефірі, яка там ситуація насправді? І чи зможемо ми відбити ось ці втрачені території, які втрачаються саме зараз? Ну, отбить нет смысла их отбивать. Почему? Потому что освобождать Донбасс надо после освобождения Крыма, не раньше. А любые наступательные действия – это потеря потенциала. Потому если уже отошли, то значит двигаться в обратную сторону нет никакого смысла на данном этапе. Или отходить уже на лучшие рубежи, которые можно с уверенностью удерживать. А там есть вторая линия обороны, допустим, она вдоль Курахова, того же вдоль Карловки, водохранилище, река, гряда. То есть это все поможет нашим войскам удержать россиян, если они, допустим, по каким-то причинам будут дальше продолжать давление. То есть там есть такая рубеж перехвата. Единственная проблема на этом направлении, на Покровском направлении, это Черетино, потому что россияне по высотам вдоль железной дороги с Авдеевки совершили такой, если можно сказать, марш-бросок в сторону Черетино, и дальше мы не успели их купировать в нем. То есть сейчас чуть западнее стоим Черетино, и у россиян там есть возможность пройти еще 10 километров, перерезать трассу между Покровском и Константиновкой. Дальше это уже оперативный простор. Они могут выйти на Покровск, на Константиновку, или туда, или сразу и туда, и туда. То есть развернуться и двинуться на северо-восток, в сторону Часовьяра через Константиновку с окружением того же Торецка. Либо двигаться в сторону Покровска в зависимости от сил средств, которые у них есть. Сейчас их немного, но они есть. Они даже перебрасывают некоторые части запорожского и херсонского направлений как раз на усиление вот этого оперативного прорыва, если он у них получится. Но Сырский не просто так находится на этом направлении. Оно действительно очень тяжелое.
Но если будет заходить достаточное количество боеприпасов, и если все-таки примут решение поставить правоохранителей в строй, то мы можем купировать эту ситуацию, очень опасную сейчас для нашего фронта, купировать и остановить. Возвращать обратно нет смысла, еще раз повторюсь, то есть двигаться в обратную сторону на Донецк, ну, это контрпродуктивно. Донбасс надо освобождать отсечением Донбасса от России, то есть заходом через Луганск, это вдоль Северского Донца, через Луганск на Таганрог, вдоль Миуса, то есть примерно такая операция. Но это, еще раз повторюсь, после освобождения Крыма, то есть не раньше, чем следующий год. А що, до речі, з боєприпасами від цієї американської допомоги чи чеської ініціативи? Бо була ж інформація, що ще там минулого тижня, як тільки там Конгрес і Байден підписав цей закон, що начебто зброя вже відправилася і вона була підготовлена і вже навіть у Польщі. Ну, тобто вже мала б вона дійти. Чи дійшла вона до фронту? Вона підходить, але це не значить, що вона одномоментно зайде і виконує задачу. Ні, йде определенний процес, логістичні цепочки. У нас сили логістики є, які виконують цю задачу. Заходять не тільки вооружение, заходять, допустим, бригади, які встановились, доукомплектувалися, і в тому числі вооруженням американським, заходять одразу на виконання бойової задачі. Тобто йде процес наповнення, але він не швидкий. Начало, это то, что говорили, что пойдет, это начало движения, да, это буквально там часы после подписания, у них сразу пооткрывались эти ворота, и они поехали. А реально, чтобы напитать фронт, это надо недели, не меньше, причем это же такой довольно-таки медленный процесс. Нельзя где-то соскладировать или подогнать, допустим, состав куда-нибудь, в какую-нибудь станцию, туда же прилетит сразу кинжал, и состава не будет. То есть это целый процесс наполнения таким ручейками, он будет наполняться. Но это недели, до конца мая, наверное, наполнится именно этим американская помощь. У нас с июня уже начнет поступать и чешская. То есть, ну, по крайней мере, из той информации, которая есть, полмиллиарда. Вернее, 500 тысяч, на 500 тысяч снарядов уже собраны деньги для выполнения этой задачи поставки. А это 122-й и 155-й калибры. Как раз то, что нам сейчас срочно необходимо. Про Часів Яр речник угруповання військ Хортиця Назар Волошин спростував інформацію про те, що ЗСУ нібито підірвали міст через канал Сіверський Донець-Донбас. І також він запевнив, що в Часовому Ярі немає російських окупантів. Ну, зокрема, про цей міст дуже активно говорили пропагандисти. Вони кажуть, що це їхні війська його підірвали. А чи маєте ви розуміння, для чого вони це роблять? Бо, по суті ж, вони ускладнюють собі роботу, щоб просуватися далі? Ну, сейчас канал Сіверський Донець-Донбас, він використовується нашими військами як рубеж оборони. Діло в тому, що це хороший противотанковий ров, якщо можна сказати. Води там нет, практично там на дні канала, але вона не питає. І води нет, рядом йде шосейна дорога вдоль всього каналу, починаючи від практично Славянска, то он из-под Славянска, Северского Донца, и заканчивается он аж в Донецке, в Верхнекамьевском водохранилище, ну, по крайней мере, так идет. Там просто несколько участков есть подземных, трубы под землей проходят, и станции водоподъема. Но эти участки, они тоже хорошо контролируются, и по большому счету мы еще не используем Северский Донец, Донбасс как рубеж обороны. Россияне до него еще не дошли, у них было несколько прорывов, к нему, но мы их купировали, вернули обратно, особенно когда ГУР зашел с части спецназа нашего главного управления разведки, то мы их отбросили и от Северского, то есть от этого канала. И нам подрывать мост на данный момент нет никакого смысла. Скорее всего, подрыв произвели все-таки россияне. Какими механизмами это уже, может быть, и нет смысла это разбирать, но мы еще контролируем восточную часть этого канала. То есть россияне к нему еще не подошли. Потому этот мост, по большому счету, он нас снабжал. Наши войска, которые находятся на восточном берегу этого канала. Потому подрыв однозначно российский, механизмы пока еще не есть.
Керівник служби воєнної контррозвідки Польщі говорить, що Путін уже готовий до невеликої військової операції проти країн НАТО. Процитую, Путін, звичайно, вже готовий до якоїсь міні-операції проти однієї з країн Балтії, наприклад, щоб увійти до знаменитої Нарви, або висадитися на одному зі шведських островів. Чи і справді Путін може, знаєте, ми от зараз очікуємо масштабного контрнаступу у нашу сторону, а він піде у бік Балтії? Ну, немножко не так. Дело в том, что к масштабным наступательным действиям российская армия сейчас точно не готова еще на каком-то направлении. Они на нашем направлении не готовы. То есть у них полгода еще, ну, несколько месяцев, по крайней мере, 3-4, а то и 5 месяцев этап подготовки. Потому на данный момент Путин точно не двинется масштабно на страны Балтии. А вот в качестве провокации какой-то, действительно, какой-то из островов занять, где-то провокацию на границе совершить в Эстонии, там, в Литве, там, двинуться, потоптаться рядом с Увальским коридором от белорусов, вместе с белорусами, это он может. То есть это чисто провокация на посмотреть на реакцию. Путину очень важно определить ту красную линию, за которую ему нельзя переходить, но до которой можно двигаться. Вот это примерно та красная линия, как они доставали турок полетами своих самолетов. В конце концов, Эрдоган отминусовал самолет, и после этого, как бабка пошептала, ни одной провокации не было. Вот россияне будут сейчас пробовать вот такие механизмы, причем на грани пограничного инцидента. Ну вот так, чтобы можно было в любой момент, если слишком обратка последует, то уйти в механизм стабилизации через пограничный инцидент, а то есть включив дипломатию, по крайней мере, то есть чтобы шаг назад сделать. Вот это точно он может, и это может быть в ближайшее время, то есть буквально завтра. Білорусь проведе синхронізовану з РФ раптову перевірку із задіянням носіїв тактичної ядерної зброї. Рада безпеки Білорусі повідомляє. А це вони цим і хочуть прикривати ось ці свої провокації? Нет, это просто, скорее всего, такой психологический прием, в основном для внутреннего потребления, показать, что у них в очередной раз показать, что у них еще где-то там порох в пороховницах ядерных есть, и у них есть ядерная дубинка, не более того. Это полугодовая проверка, весна, полугодовая проверка, 12-е ГУМО, 12-е Главное управление Министерства обороны Российской Федерации, которое контролирует ядерные заряды. На полугодовую проверку они могут выполнить задачу, там, допустим, проверить готовность носителей, то есть без выката ядерных боеприпасов, готовность носителей, поднять там в воздух эскадрилью Су-25 в той же Беларуси или развернуть комплекс «Искандер» под ядерный тактический заряд, развернуть, посмотреть, написать замечание, через полгода будет годовая проверка. То есть это же советская армия еще до сих пор и в Беларуси, и в России. Весной полугодовая проверка, осенью годовая проверка. И вот для того, чтобы описать некоторые недостатки, для их устранения под годовую проверку. Не более того. Ну, в информационном потоке это показали как великие учения. Еще раз повторюсь, банальная полугодовая проверка. Пане Романе, щиро вам дякую за розмову і за те, що ви знайшли час для нашого ефіру. Бажаю вам гарного та спокійного дня. І нагадаю, що Роман Цвітан був з нами на зв'язку. Ви, друзі, не забувайте поставити свої вподобайки, підтримайте нашу розмову, поширюйте її, ну і також підписуйтеся на наш YouTube-канал. Усім дякую за увагу, бажаю гарних новин і до зустрічі.